Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Сталкер. Запретитесь с дополнением Мизери. До свидания, браток. Кто-то там еще. Нет. Не попал, смотрите-ка. Попал. Ой-ой, какие вы. Сука, прицел мутный. Не видно ни черта. Через этот прицел ДНРа. Короче, я хотел в этой серии пойти сразу же на Янов, но вспомнил, что у меня есть еще два вертолета. Сейчас мы двинемся на плато. Для этого нам понадобится Ной. Блин, какой же все-таки херовый прицел тут. А кто ты такой, ну? Господи, похоже на сталкеров. Но прицел у ДМР на самом деле херовый. Так, пойти, может быть, посмотреть, что там. А, я чувствую, мне это боком вылезет, потому что собаки тут опасные. Там еще эта блядь ходит. И там мясо. Ну, я ему хорошо тогда дал, но... Ну вот, вроде бы убежала. Так, хорошо. В таком случае, давайте их залутаем. И ломанемся к Ною. Надеюсь, я своими выстрелами собачек-то распугал. Знаете, он меня напрягает, реально. Что-то он, сука, такой... Такой, сука, дерзкий. Ох. Нихера себе. Он еще и встал, прикидаете? Живо. Я там кого-то видел. Короче, я не хочу говорить, что я там видел. Вдруг это правда? Сука, он еще меня видит, ну. Каким образом вы выжили? Прекрати. Второй выстрел это не я. Это лак игры. Такое случается. У меня такое было с калашом. Короче, я разочек выстрелил, и он у меня высадил пол обоймы в воздух. Да, вот такие вот херовые баги с этой игрой. Это может даже не баг, это просто по время стрельбы идет лаг, и на этом лаге оно репитится. Ну, хер его знает, это все равно ненормально. Чё вы за говно носите, ребята? Чё вы за говно вместо стволов? Так, где тут еще один братишка был?
Что-то я растерял все. А вот он. Ну, эти патрончики мне пригодятся. Вот Desert Eagle я, пожалуй, выкину, потому что он мне не нужен. Блин, такое херовое состояние у ваших столов. Что ужас. Да, перегруз мне сейчас не нужен, поэтому... Извините, но я их брать просто не буду. Они мне не нужны. Короче, встретимся на барже у Ноя. Так, вот мы, собственно, на барже. Как попасть на плато? Ну да, пойдем. Понимаете, ребята, меня просто повергает в шок. То, что придется встречаться с собакой, хотел сказать, с кровососами, со снорками. Потому что они, падла, тут мощные. Я понял. А я тут не сгорю к херам, пока буду двигаться тобой. Так, обогнуть балку, обогнуть дерево, мимо бочки и, блять, через забор. Классно. Так, блядь, мимо балки, мимо дерева, блядь. Ой, блядь, что-то там ломается уже. И сигаем. Вот это здорово, сиганул. Но? Вот и заходи, если что. Обязательно. Так, вот мы, собственно, и на плато. Все. Дальше я не хочу идти. Так. Вертолет где-то там. Это аномалия. Цирк. Надо осмотреться. Сталкеров нет. Зато есть кабаны, блядь. Там все зачищено. Хорошо, мне тут стоит бояться только снорков. Или заплутавших кровососов. Давайте сохранимся. И что тут у меня? Ну, вколем стимулятор, чтобы уже по полной жизни были. Еще раз сохранимся и вперед. Я постараюсь... Со снорками в бой-то особо не вступать, потому что они, суки, опасные. И очень-очень мощные. Я поэтому и не полез с тайником в упавший Запорожец, потому что снорки тут, падла, опасные. Их можно разбирать там четко с дробовиком. Какого хера? Собака, ты как сюда попал? Полегче там, слышишь? Мне тут шума не надо. Ё-моё, что-то меня мутит. Сука, дело. Алло. Иди сюда, блядь. Сука, разорву. Успокоил. Следующий. Следующий, мать вашу. Ну, блядь. Сука, только вылезь на меня. Только, падла, вылезь. У меня патронов не так, чтобы много. Чтоб я мог тут повыебываться. Простите за мат, но я, правда, очень ненавижу этих выродков.
И самое забавное, что я их еще и не вижу. О, там что-то лазит такое. Но их надо вырывать по-любому. Потому что я спокойно жить не смогу. Ну что, блядь, делаем? Еще раз сохранимся. Что-то я очкую, знаете ли. Блядь, зря я слез с камня. Так, без паники, без паники. Какая скотина гнилая, правда, попалась? Ну ничего, ничего. Зарешал, батька. Пришел и зарешал. Все как надо. Так, я надеюсь, это все. Надеюсь, это все. Давайте зайдем, посмотрим. Надеюсь, тут никаких выродков не будет. Похлеще. Потихонечку. Сука, они такие страшные. Конечно, нечего их бояться, потому что я их разбираю, но все равно. Я ненавижу таких вот прыгающих вот этих вот собак. Так, отдыхаем пока что. Это кто такой лежит там? Камень, блин. Слышите, а я не помню, чтоб тут тоннель был. Это какой-то выход. Так, тогда не пойдем сюда. Пойдем в другую сторону. Это, наверное, выход другой на плато. Можно было бы по-другому подняться. Точнее, спуститься. Может быть, сюда я и буду возвращаться после. Хотя нет, отсюда ж полезет до хера всякой дряни. Так, военный. Здравствуйте, товарищ военный. Патроны ты мне подгонишь. Нашивка военных. Хорошо, пойдет. Радио. Пушки у вас в хорошем состоянии. Возьму, пожалуй. Так, что тут еще у меня? Ага, еще вертолет остался. Хорошо. Я в настройках отключил использование батареек и бесконечные патроны у НПЦ. Поэтому мне как-то полегче теперь. Они что, суки, радиоактивны, что ли? Писк какой-то такой непонятный. Так, военный. Да, все, пожалуй, тебя возьму. У них, видите, патроны хорошие. Такие, какими я пользуюсь. У меня, правда, в обойме 140. Блять, эти самолеты. Такое чувство, как будто с РПГ кто-то садит. Так, сохраняемся. И исследуем эту вертушку. Так, данные с бортового. Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так, что тут у нас еще? Карта, и на ней отметки предположительных точек эвакуации. B2, B28, B205. Интересно.
Интересно. Так, все. В принципе, со скатом этим закончили. Это был скат 3. Сохранимся. В следующей серии я пойду на аномалию Железный лес за скатом 2. Так, а это что? Ага, место эвакуации. То есть, но перед тем нам придется заглянуть на Скадовск. Или наоборот, ну, блядь, еще какая-то хуйня пришла. Так, не важно. Сука, они что, где-то тут, что ли? Ну, вот жопы какие-то ёбнутые. Так. Что ж, увидимся в следующей серии. С вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. Все, музыкальная пауза.